хорошая капуста. Теперь нарубленную капусту оспариваем кипятком. Ну вот 7-10 минут она у нас постояла в кипятке оспаренная. Теперь сливаем. Сейчас сковородка раскалилась. Маленько перемешаем еще последние остатки воды из капусты. Попытаемся слить. И на сухую сковородку высыпаем нашу ошпаренную капусту. Почему на сухую? Потому что, возможно, влага еще осталась, так надо, чтобы она испарилась. И как только она испарится, мы это увидим по сковородке, это, добавим масло. Жарить будем на сливочном масле. Возможно, это очень жирно будет и дорого по теперешним временам, зато вкусно. Как ты говоришь, зато вкусно? Да. Зато вкусно. Поставим вот такую вот дырочку. Тут вот видно будет, есть там же влага у нас или нет. Ну вот мы здесь вот посмотрели, у нас уже жидкости нет. И, в общем-то, добавляем масло сюда и с краев, чтобы у нас не подгорало. Все. Будем теперь жарить потихоньку, не торопясь, чтобы не подгорело. Солим, как всегда, в конце, уже когда яйца положим, вареные сюда. У нас капуста начала приобретать слегка желтоватый поджаренный цвет. Пора добавлять вареные яйца. Еще не солили. Пожарим еще с яичком, и тогда уже будем солить. А вот. Пришло время солить нам капусту. Что, она почти что уже готова? Ну, почти, да. Она все-таки у нас и ошпаренная, и нарубленная мелко. Можно еще посмотреть чуть-чуть. Через 2 часа президент Жанэ смотрится. Ну вот, у нас почти готово. Остался небольшой штрих, еще минуточек 5 постоит на сковородке. Так, ну у нас готово. Даже чуть-чуть пережарилось, но не подгорело. И выливаем другую партию, выкладываем. Запах вкусный, непередаваемый. Советую всем приготовить. Очень вкусно. Приятного всем аппетита.